В 11 лет я мечтал о новой клюшке, об импортной. Герсонский Сергей Рафаэльевич, наш тренер, он нас поощрял, если ты заканчивал четверть с пятерками все, тебе как бонус выдавалась импортная клюшка. Меня зовут Владислав Бушманов. Я играю в хоккей с 4 лет. Моя мечта будет в 11 лет стать хоккеистом. И самые первые голы я посвящу маме.